11 сентября 2000... Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Эфир, кефир! Добрый день, дорогие друзья! Так сказать, любители шахмат! Здравствуйте, друзья! Друзья! А я не Городецкий! Я Левита. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-тун. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, дорогие друзья. Там я буду, тверже стали, закалиться дух борьбой, мчиться в голубые дали, генуэзский парус мой. Все мне ново, мир сверкает в необъятном блеске дня, и чудовищно взирает бесконечность на меня. Слушайте, а что моя голова закрывает буквы? Мне кажется, это как-то не очень красиво получилось. Все? Да, вот так хорошо. Нормально. Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Левитов Чес, меня зовут Илья Левитов. T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1.